Так, добрый день. Тут меня задают вопрос по моему шаблону. Плюс 16 миллиметров, минус 16. Вот я хочу объяснить. Вот я вам говорил, что есть два типа ящиков. Когда собираем мы мебель простейшую, вот есть два типа ящиков. Вот в этом случае вы видите дверь и несущая боковая панель одинаковые по высоте. Видите? Они одинаковые по высоте. Вот. Соответственно, вот если мы, когда это все разобрано, панели лежат, я засверливаю. Видите, здесь не надо регулировать шаблон. То есть я выставил один раз и отсверлил дверь и отсверлил обратные петли. И они будут совпадать. Вот я показал. Видите. Вот. Теперь переходим на другой тип ящик. Вот если внутренняя несущая панель, вы видите, она короче с одной стороны на 16 мм и со второй на 16 мм. Соответственно, двери больше на 16 миллиметров с одной стороны и на 16 миллиметров с другой. Ну, теперь вам, я надеюсь, понятно, что такое 16 миллиметров. Вот. Когда я засверливаю дверь, я выдвигаю на 16 миллиметров больше. Вот. А когда засверливаю панель, я эти 16 миллиметров убираю. И таким образом, вы видите, центр будет совпадать. Обратные петли я буду засверливать с уменьшением. Вот, а под двери с увеличением на 16, чтобы совпали, вот видите, центра засверловки под фрезу D35 или D25 и ответные планки, чтобы они совпали, были на одной линии. Вот это вот как раз я и имел в виду, что когда два типа ящиков вы делаете, один, ну, все понятно, я повторяться не буду, вот вы видите, все. На рисунке все видно. Вот смотрите, как этот тип ящик, видите, короче, боковая. А здесь боковая длиннее. Вот. Таким вот образом. Спасибо за